Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Summoner Storm. У нас 221 миссия, но самое главное, что у нас прошло обновление и добавили новых бойцов. Давай посмотрим вкратце. Так, ну этих вроде бы видели. Вот это вроде бы из новых, телохранитель. Так, что он делает? Атаки поражает всех врагов в радиусе действия. Герой защищает, оставаясь на месте. Неплохо. Так, а это что у нас? Бочки. Так, они не двигаются. А что же тогда у них? После смерти отталкивает всех врагов вокруг. Все дальнобойные атаки поражают этого героя. Дает иммунитет от оглушения, отбрасывания и замедления. Понятно. То есть это как забор в игре «Поймай курицу, если сможешь». Так, что это у нас такое? Чоп-чоп. Нифига себе. Это у нас идет боец. Плюс 50% дополнительной скорости атаки, пока здоровье ниже 50%. Понятно, будем знать. Так, кто у нас еще? Смотри-ка. Ракетчик. Ага, ну такого бойца мы уже видели в игре «Поймай курицу, если сможешь», только там у нас девчуля. Плюс, как ты видишь, добавили легендарные карты. Тут циклоп. Кстати, мне надо прокачать моего ведьмовского доктора, но у меня не хватает финансов пока. Так, в Стальгорне у нас появился Ходор, или Ходор, я не знаю точно. Это у нас... А кто он? Класс специальная, даже не написано какой специализации. Так, вот это видно, дальнобойные атаки, ракета. Слушай, чем-то мне напоминает из Tower Conquest робот. Помнишь, ракетчик, который выпускал ракету и потом погибал? Не знаю, что он из себя представляет. Надо его получить и после этого уже делать какие-то определенные выводы. Двигаемся дальше и смотрим. Видим, что здесь появился хранитель сада. Это боец у эльфов, отлично. Так, спускаемся еще. Энд, эпическая карта. Ее не было, ребята, и вот ее обратно все-таки воткнули в основной состав. Так, мастерская. В мастерской тоже у нас, ребята, небольшое пополнение. У нас появился шахтер. Это у нас боец. Напоминает, знаешь, кого мне? Молотильщика из игры Tower Conquest, да? Тоже с такими циркулярами. Возможно, он даже так будет и действовать. Так, кто еще тут появился? Ну, немножко переработали у нас выжигателя. Он выглядел чуть-чуть по-другому. Так же, как, в принципе, и Скорпион, да? Где у нас Скорпион? Вот он. Его тоже немножко, ребята, изменили. Ну, вы видели, да? Зеленый цвет у него появился вместо синего. Такой прикольный. И вот новый робот. Это разрушитель эпический. Опять же, класс специальная. Скорость атаки медленно, и скорость передвижения очень медленно. Что же он делает? Иногда переманит контроль над врагами на 5 секунд. Неплохо. После смерти переманивает контроль над всеми врагами вокруг. Вот это вот жестко, ребят. Вокруг. То есть погибает, всех на свою сторону перетягивает. Так, на островах у нас появляется с тобой новый вот этот. Это рыба-бум. С такой вот миной. Это танк еще к тому же. Интересно посмотреть на этого персонажа. Ну и Вуду-ведьма мы ее видели. И вот теперь ее наконец-то в основной состав поставили. Так, и ребята особые. Очень много появилось особых карт. Как мы видим, тут у нас и лепрекон. Тут у нас и мрачный жнец наконец-то появился. Его раньше нельзя было здесь увидеть. Именно в особых у меня был доступен только один. А, два бойца. Этот и Спартакус. Все. Теперь, как мы видим, очень много. Плюс гарпия эпическая. Скорость передвижения очень быстрая. А что она делает? Герой таранит врагов в пределах доступности, отталкивая их назад с шансом критического удара. Неплохо, я считаю, да? Плюс самурай здесь будет. Мусорщик. Офигеть. Мусорщик, это боец. Также здесь снайпер появился. Плюс ледяной голем. Нифига себе, смотри какой ледяной голем. Так, ну это у нас Джинни. Это все пошли легендарные карты. Вот, кстати, еще одна легендарная карта. Новая, которую я не видел, это фараон. Плюс Тор. Это вообще, ребят, свежак какой-то. Тора точно не было. Ну и остальное вроде бы мы с собой видели. Вот единственное, что зомби-легендарку даже не знаю, ребят. Видел, что обычный зомби у нас есть, но легендарок нет, не видел. И боевой слон. Так, еще, друзья мои, появилась у нас преисподняя. Помните, у меня был
Только вот этот вот пиромант. А теперь здесь, извините меня, и оборотень. Офигеть. Танк причем. Плюс ко всему прибавляется адский лорд. Жесть какая-то. Еще один, ребята, горгулья. Это дальнобойная атака. Плюс ноктюрна легендарная. Я так понимаю, это какая-то заклинательница, ведьма, скорее всего. Ну и Деймон. Вот такой вот чувачок. И, конечно же, вампир. Как же без него? Это мега, мега карта. Ну что, друзья мои, по картам вроде бы пока все. Надеюсь, они еще добавят что-нибудь новенькое. Ну а мы с вами попробуем пройти сегодня хотя бы до 225 миссии. Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы исправили баг с повторяющимися персонажами. Ну, ты сам видишь, да? Опять мне придется с этими драться охламонами. И какой же мы колодой дрались? Если не ошибаюсь, вот этой. По-моему, да. Ну что, попробуем? Хотя, смотри, сложность просто зашкаливает. Возможно, здесь пиратка нафиг не нужна. Здесь бы нам пригодился, скорее всего, гром. Ну ладно, давай вначале освежимся. Вспомним, как тут и что. А потом уже будем делать какие-то определенные выводы. Ты видишь, да, как у нас выглядит теперь наш скорпион? Так, попробуем вот так вот сделать. Давай, отлично. Ох, ё-моё. Так, вызываем подмогу. Слушай, по-моему, крышка здесь, да? Да. Довольно легко и быстро мы с тобой здесь победили. И это круто. Так, монеты. Получаем с тобой опыт. Дальше металлолом. И последнее это грута. Ну что же, умножать мы здесь с тобой ничего пока не будем. Шикарное предложение. Я, пожалуй, воздержусь от ваших шикарных предложений и продолжим дальше путь. 222 миссия. Ну смотри, ну вот как, ребята, можно так играть, а? Абсолютно одинаковое все. Мне-то, конечно, это хорошо. Но представляешь, если достанется такая команда, которую я не смогу пройти, и как мне там играть? Вот в чем вопрос. Ладно, давай сделаем с тобой. Вначале вызываем скорпионы. Дальше вызываем. Что мы дальше вызываем? Так, наверное. Плюс пиратка. И вот сюда вот яд выливаем. Ну да, в принципе. В принципе и хорош. Так, забомбили. В общем, ничего нового нету. Старая стратегия. И как видишь, она очень даже рабочая. Все, победили. ...69 монет, 20 опыта. Здесь у нас наездник на медведя, которого можем прокачать, и двойной кинжал. Так, 223 миссия, поехали. Ну вот, опять то же самое. Никакого изменения. Ну что же, ничего не поделаешь, поехали. 100% это тем более бот 9 уровня. Вот скажи мне, как он может на 9 уровне иметь столько легендарных карт? Естественно, донатить. По-другому тут никак не сделаешь. Ну что, опять старая схема у нас получается, да? Сейчас вызываем пиратку, потом яд сюда выливаем. Этот как раз тоже встанет на яд, и будут они получать урон. Правда, сейчас работает молния. Отлично. Так, этого поджариваем. И вызываем опять нашего бегуна. Ну вот, в принципе, и все. Проще пальной репы. Если сейчас на протяжении вот этой всей миссии будут вот эти вот враги, мы с тобой пройдем спокойненько. Так, ну что, 943 монеты. Опыт. Так, С выпадает нам. Плюс моряк Морган. Сара Шип. Ван Мстительный и Болото. 224 миссия. Ну да, то же самое. Кто-то из подписчиков писал: Рэй, продолжи играть, дальше поменяются у тебя противники. Я надеюсь на это, что поменяются. Потому что иначе смысл теряет игра. Так, давай быстренько яд с тобой сюда выльем. Позовем еще одного Эза. Ага, нормуль. Так, здесь применяем огонь. И опять вызываем с тобой Эза.
Ага, отлично. Так, сейчас тут выйдет магичка. Ее, естественно, сразу запинаем. И вызовем еще одного эза. Да все, тут уже победа. Хотя, еще раз повторю, было обновление, друзья. Я думал, что что-то изменят. Какие-то баги все-таки поправят, но нет. И это очень расстраивает. Так. Голдгурион мне выпадает. Это хорошо. Но маловато, согласись. 225-е. Так, поехали. Вот давай даже вот так вот. А, тут видишь, только за видосик. Раньше можно было за деньги поменять противника. Теперь должен посмотреть видос. Нет, тогда мы с тобой это пропускаем дело и давай уже проходить. Тактика уже у нас до боли, как говорится, заюзана. Никаких абсолютно проблем нету. Немножко я неправильно сделал, ладно, фиг с ним. Так, теперь нам нужно с тобой вызвать яд. Пускай они тут отравляются. Вызываем еще одного эза. Срабатывает молния. Так, секундочку, что-то немножко не та последовательность, по-моему, пошла у нас. Так, сейчас выйдет магичка. Нормуль, все хорошо. Ну что же, еще одна пиратка. Она, правда, не успеет добежать, как мы... Ох ты! А вот это-то с чего вдруг? Вот это вот плохо, ребята. Ай-яй-яй. Вот так вот мы сможем проиграть, кстати. Хотя нет. Видишь, они испугались. Они убежали, мои персонажи, когда появился здесь чувак с трезубцем. Я думал, сейчас нас продавят, но ничего не вышло у противника, поэтому победа очередная была за нами. Так, моряк Морган и фея. Так, электропушка. Скудненький, конечно, наборчик. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, поэтому мы с тобой, наверное, все-таки дойдем сегодня до 230-й миссии. Раз уж они вот так вот начали делать, выдавать нам одного и того же противника. Я нисколечко не против, но думаю, что вам это не интересно, потому что схема будет абсолютно одна и та же. Понимаешь, да? Я таким макаром пройду. Я надеюсь, что на следующую карту, когда мы с тобой перейдем, там уже хоть что-то поменяется. Хотелось бы мне в это верить. Но это не точно. Так, что у нас тут сейчас выйдет магичка? Я уже запомнил, кто когда выходит. Ну и расстреляли главного персонажа. Единственное, что мне здесь нравится, это то, что мы с тобой зарабатываем на халяву сундуки. Это, конечно, круто. Ага, вот и гром. 5 карточек на него выпало. Воинственный вепрь. Также на выпадает охотница и черная борода. Ну что, друзья мои, 229-я миссия. Я немножечко изменил состав своей команды. Вот так он стал выглядеть. И заодно хочу проверить вот этого вот мелкого робота. Конечно, не самое лучшее положение у нас здесь для того, чтобы его тестить. Но хотя бы глянуть, что он из себя представляет. Так, у меня... Скорпион С. Единственное, что пламя я убрал. Ну, будем надеяться, без пламени с тобой справимся здесь. Так, вызываем пиратку, да, сейчас. Потом выставляем бочку. Бочка наша будет здесь отравлять их. Так, и вот проверим. Вот как он выглядит. Ой, как он медленно двигается, друзья. Ой, как он медленно двигается. Это не есть хорошо, а этот еще медленнее. Ты прикинь, как он идет, еле-еле. Но, тем не менее, все равно, ребята, мы с вами здесь выиграли. В общем, так себе этот робот. Ничего в нем такого супер-пупер выдающегося я не увидел. Так, 20 опыта плюс воинственный вепрь. Выпадает нам охотница и ван мстительный. Слишком часто нам стали давать, кстати, вот этого мстительного вана. Ну что, 230-я миссия. Все то же самое, абсолютно. Хорошо, давай сыграем. Надеюсь, мы с тобой, когда перейдем на новую карту, хоть что-нибудь там поменяется. Так, я что-то заговорился тут с вами и вспышку продинамил. Ай-яй-яй. Что-то не то пошло, по-моему. Не так я все это делал. Так, скорпиона сейчас могут... Его сейчас уничтожат, да? Так, ну-ка давай-ка мы этого шамана с тобой позовем. Так. Минус. Ой-ой-ой-ой, куда ж ты побежала-то? Блин, пиратка. Печаль.
Так, ага, шаман-то наш все-таки, ребята, ресает. И это круто. А вот заморозка, это не очень круто, если честно. Блин, у меня есть хоть что-нибудь, что я могу... Вот и довыпендривался. Стоило только немножечко, друзья мои, что-то изменить, подправить, и все. И все пошло против нас. Но не все же время выигрывать, да? Ладушки. В общем, робот это полная фигня. Ну, серьезно тебе говорю. Я его поменяю обратно. А на что обратно? На пламя. Вот так вот. Сундуков у меня к тому же еще ни одного нету. Надо будет как-то забить коллекцию-то мою. Так, ну ладно, все, давай. Здесь уже не дуркуем. Действуем строго по плану. Так, выпускаем с тобой скорпиона. Эза. За Эзом идет пиратка. После с тобой выставляем яд. Опять же, выпускаем Эза. Окей. Так, здесь мы с тобой пламя должны были применить. Сейчас выходит магичка, которую мы тоже быстро убиваем. На всякий случай вызовем с тобой... А, не понадобился шаман здесь. Ну что же, ты сам все прекрасно видел. Так, монеты плюс опыт. Выпадает нам дикарка. Выпадает нам гроза. Моряк Морган. И фея. И мы с тобой переходим на новую карту. Нет, ребята, это уже ни в какие рамки не входит. Опять те же самые противники. Опять те же самые противники. Ну вот что ты мне прикажешь здесь делать, а? Короче, друзья мои, пишите в комментариях. Если вам интересно смотреть вот на то, что я делаю, да, что я прохожу... Вот здесь вот, в основной сюжетке, с одинаковыми, извини меня, врагами, тогда мы будем играть. Если же нет, тогда нам придется, наверное, закончить с этой игрой, судя по всему, и ждать, когда они исправят баги. Кстати, вы можете написать, у вас то же самое или как-то немножко по-другому. А на этом будем прощаться, всем удачи и до новых скорых видосиков.